Ну вот что получилось, друзья. Я нашла такой кусочек ОСБ плиты у нас, покрасила ее, прикрепила шурупчиками к узкому подоконнику, чтобы сюда положить можно было ноутбук, часть своих каких-то вещей, которые мне очень часто нужны. Ну и, наверное, основное видео я тоже буду здесь снимать. Мою лавочку, которая перекочевала со мной из прошлого дома, вот сюда поставила. Здесь удалось установить принтеры. Розеточка у меня вот там. Вот эта вешалка уйдет. И здесь у меня уже расположится та, которая вешалка. Собственно, сейчас она у меня служит основой для коврика. Пробую его плести. И здесь у меня, как правило, всегда у меня есть одна коробка около рабочего места. Это то, с чем я работаю сейчас. Немного ткани или немного шнура. Все остальное у меня есть волшебная кладовочка там на улице. Все остальное я стараюсь уносить, и чтобы дома это не находилось. В общем, пока вот так вот. Еще теперь осталось маленькую-маленькую какую-нибудь табуреточку для того, чтобы можно было работать. То есть, пока ничего не изменилось. Ну, конечно, как только веранда старая разберется и появится новая, здесь будут уже появляться полноценные столы, лавочки, табуретки. Все будет использоваться. Уже эта лавочка будет использоваться для того, чтобы сидеть, собственно, на ней. В общем, такой уголок у меня получился. В деревенском доме.